Осужденный за убийство челябинницы выиграл международный турнир у американца. Игра с соперником из Чикаго проходила в режиме онлайн, и 67-летний Сергей Савельев уверенно выиграл две партии по 15 минут. Ранее он не раз выигрывал у чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. На шагом стадионе. Вот сходил шаг. Шаг, да? Забирали. Да. Все, проиграл. Полторы минуты. Да я его разорвал. Ради международного турнира среди заключенных Савельева привезли в Челябинск. На экране компьютера перед ним виртуальная доска. В шахматы играют онлайн заключенные из 7 регионов России и Чикагской тюрьмы. Сергей Савельев в бою с американцем делает один смелый ход за другим и не боится пожертвовать фигурами. В итоге заводит соперника в ловушку и повергает его короля. Победу 67-летний осужденный закрепляет во второй партии. По-другому и быть не могло. Сергей Савельев – мастер спорта по шахматам. Учился в одной школе с Анатолием Карповым и в детстве не раз обыгрывал будущего чемпиона мира. Шахматный турнир между заключенными завершился со счетом 12-2 в пользу российской сборной.